Вот такой водопад сегодня утром Светлана Сапегина и ее соседи наблюдали в своей коммунальной квартире. Трубы в доме 18А по улице Белинского давно изношены. Зданию больше 50 лет. Жильцы уверяют, что на все их просьбы управляющая компания не реагирует. И вот такое отношение к нам. Слесарей вообще то пьяные пьют, то вообще не придут. Вот так нас оставляет. Как будто нас вообще нет этого дома. Очень плохое отношение. Уходим и жалуемся. Уже в суд написали. Сколько можно? Нашей съемочной группе удалось застать слесарей, которые, по словам жителей, прибыли на место аварии только спустя 3 часа. Я приехал 15 минут назад, да? Да. То есть за 15 минут вы все сделали? Да, сварился и все. На самом деле коммунальщики решили проблему просто. Перекрыли вентиль подачи холодной воды. А спустя 1,5 часа после ухода слесарей водопад вновь возобновился. Прорвало еще одну трубу. Сейчас у жителей нет воды и электричества. От постоянной влажности провалился пол и осыпался потолок. У жителей этого дома есть один единственный верный и храбрый защитник. Это кошка Бусинка. Она каждый день борется с частыми гостями, которые приходят в эту кухню из подвала. Это крысы. При таких условиях счет за коммунальные услуги приходит немалый, больше 2000. Однако этих денег недостаточно, чтобы решить все проблемы дома. Управляющие компании Ленинского района пояснили, что рассмотреть заявление жильцов готовы и даже сделают перерасчет. Но менять трубы не собираются. Со слов сотрудников управдома, замена изношенных труб должна производиться за счет людей. Домик маленький, да, сборы недостаточные. По большому счету на сегодняшний день управляющая компания произвела ремонт лежака своими силами. Ну, это просто ремонт, но рекомендована именно капитальная замена этого лежака. И будет она произведена как бы авансом в счет средств, которые поступят в дальнейшем от собственников жилья на статью по статье «Содержание ремонт жилья». Однако люди не готовы сдаваться. Они повторно намерены написать жалобы в прокуратуру и суд. Иван Уваров, Елена Масалова. День в событиях.